Реконструкция с опережением графика. Работы по ремонту бывшего дома офицеров российской армии, а ныне Дворца молодежи, могут завершить раньше запланированного срока. Уроженец Узбекистана Джума Хатамов по профессии штукатур-маляр. Говорят, через 3 дня эту комнату, где расположится гримерка, будет не узнать. Подливать будем краску. Сейчас пока старую краску сюда убираете. Убираем, да. Ага. Потом дальше будет что? Дальше насечку дадим, ротбандом пройдем. По соседству с гримеркой находится самая большая площадка. Здесь в ультрасовременном концертном зале планируют проводить массовые мероприятия для молодежи, такие как КВН, студенческая весна, открытие и закрытие летних трудовых семестров. А пока несколько рабочих занимаются шпаклеванием потолка. Потолок делит. Бригадир Кахрамон Ахмедов очень внимательно следит за работой своих ребят. Под его руководством трудится около 20 человек. На втором этаже будущего дворца уже завершена отделка. Сейчас в новом актовом зале электрики проводят свет и устанавливают лампы. В помещении площадью около 100 квадратных метров молодежь края сможет принимать участие в круглых столах и различных тренингах. Здесь помещение, в котором мы будем работать. Командир штаба студенческих отрядов Камчатского края Дмитрий Шунькин с нетерпением ждет открытия долгожданного объекта. Говорит, идей и задумок масса. В будущем все непременно планируют воплотить в жизнь. В этом светлом помещении на втором этаже здания будут работать 6 специалистов. В данном помещении будут работать ряд специалистов, которые будут представлять различные общественные организации, общественные объединения. В том числе 2 специалиста будут с регионального штаба студенческих отрядов и будут вести свою деятельность. Здесь будут располагаться наши столы, они будут в виде модульных перегородок, чтобы всем было комфортно и удобно работать. Сохранить историческое здание, привести его в состояние в соответствии с современными требованиями. Вот главное поручение руководства правительства края. Здесь оно выполняется в полном объеме, говорит директор дворца. У нас сейчас ведется работа по стеле. Губернаторам дано поручение. Мы разработаем совместно с молодежными объединениями та стела, которая станет, скажем так, украшением и символом нашего дворца молодежи. Что здание у нас необычное. Здесь был штаб Курильского десанта, и у нас будет исторический, назовем его так, молодежный уголок, который будет связан с этими очень важными для нашего Камчатского края событиями. Напомню, реконструкция здания по поручению главы региона началась в мае прошлого года. На сегодня строительные работы уже завершены. Срок договора заключен до декабря этого года, но строительство идет в опережении сроков. И возможно, что уже к сентябрю учреждения нам передадут в пользование. Пожалуй, до конца на этом объекте пока не отремонтирован только фасад здания. Однако время еще есть. И, как говорят эксперты, ждать открытия первого дворца молодежи Камчатского края осталось недолго. Лейсан Латыпова, Матвей Парамошин, информационное агентство «Камчатка».